Експериментуй разом з Taft. Я музыкой очень долго занимаюсь, и по шажочкам я подходил к своей главной цели – стать настоящим артистом. Я полностью насыщен и наполнен на этом проекте. Вот, и это огромный кайф на самом деле. Моє серце сьогодні розтануло від таких тембрів, від таких децибелів, як у вас. Не хватает настоящих мужских голосов. Не хватает этих мужских переживаний. Я надеюсь, что я пройду и дальше, ну, для того, чтобы осуществилась моя мечта. Рома вообще мощь. Да, у меня внешность такая, может быть, демоническая, но на самом деле я отец троих детей. Я добрый такой Мишка, меня жена называет. Вокруг меня бегает эта малышня, которая воодушевляет к жизни. Прежде всего, любовь – это честность в отношениях, понимание человека с полуслова, с полувзгляда. Я хотел бы, чтобы люди не боялись найти свою будущую половинку, завести семью, получить дар в жизни детей. Это самое светлое, что есть у нас, это продолжение нашего рода. Люди, дорогие мои, не бойтесь. Любите друг друга, будьте счастливы. Роман Руссу. Я прошу, хоть ненадолго, грусть моя, ты покинь меня. Облака, сизым облака, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому. Берег мой, покажись вдали, краешка тонкой линии. Берег мой, берег ласковый, ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя когда-нибудь. Где-то далеко, где-то далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло. Хоть память укрыта такими большими снегами. Ты гроза, гляжу куда-то в небо, как будто ищу ответа. Где-то далеко, где-то далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, легко. Хоть память укрыта такими большими снегами. Я прошу, у прямому і переносному розумінні.
значення цього слова. Сергію, як тобі? Мені дуже понравилось. Пісня сама по собі потрясающая. Спасибо, Лешенька, вибір. І в такій варіації обалденно. Вот это движение. Да. Браво нашим музыкантам. Да, ребятушки, спасибо вам огромное всем. Руслан, спасибо, Руслан Квинта, Ребзики, спасибо вам. О, очень здорово. Эти зеркала в конце, ты вообще, что это такое? Дякую вам. Зерковый тренер, Потап. Спасибо. Рома, моя задача была найти и прийти к тебе кратчайшим путем. Я ничего не могу поделать, но получаются у тебя такие песни. Получаются по-настоящему. И не надо строить огромные конструкции. Ты сам по себе огромный души человек. И можешь показать, как может быть разбито, скучающее мужское сердце. И ты нас сегодня всех перенес в свой мир. Спасибо тебе. Спасибо тебе за лучи. На всем этом проекте огромное тебе спасибо. Я горжусь, что с тобой работаю. Спонсор показу – компанія «Нова будова». Щасливі люди живуть в ЖК щасливими.